День независимости Пакистана. Исламская республика отметила эту дату в 65-й раз. В честь праздника состоялась церемония поднятия государственного флага. Пакистанцы отдали дань уважения национальным героям. Президент и премьер-министр страны призвали народ объединиться в борьбе против терроризма и экстремизма, а также поддержать афганцев в борьбе за стабильность и мир в регионе. В современных границах на карте мира Пакистан как государство появился 14 августа 1947 года после распада британской колонии Индии. Пакистан сохранял статус доминиона до 23 марта 1956 года. Тогда была принята первая в истории страны конституция. Боевики представляют большую угрозу для нашей страны. Наша главная задача – победить их. Для этого мы должны укреплять демократию и решать все проблемы путем диалога. Борьба с террористами касается не только армии, это дело всей нации. Наш народ принес большую жертву в этом бою. Общество должно объединить свои усилия, только так мы сможем победить экстремизм.